В Выборге историей пропитана буквально каждая деталь. Город к Российской империи присоединил Петр I. Сейчас в Выборге проживают около 70 тысяч человек, но по ощущениям больше, ведь это излюбленное место для туристов. Мощенные улицы, европейская застройка, руины красивых домов. Выборг входит в маршрут серебряного ожерелья России. У зрителей телеканала ОТС сегодня есть возможность без билета на самолет посетить знаменитый город. В моих руках гастрономический символ Выборга – крендель. Себе я купила сладкий, с сахаром и корицей, но бывают и с солью, и с кунжутом. В общем, вариаций множество, наверное, даже всех и не перечислить. Сейчас мы отправимся в мастерскую, где нас научат делать такие крендельки. Мы попали в гости к хозяйке Хельге, ну или как в миру, к Ольге Дружковой. Она проводит мастер-классы для всех желающих, кто хочет научиться делать крендельки. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что же такое крендель? Это же вот один из главных символов Выборга. Да, крендель – это вкусный сувенир из Выборга, гастрономический символ Выборга. Кренделю уже очень-очень много лет. Есть легенда о кренделе. И вот сейчас вы попали в резиденцию кренделя, где мы ему верно и верой и правдой служим. Это фабрика кренделей. И именно здесь наши стрепухи с утра до вечера пекут крендели по многочисленным рецептам для гостей города, для жителей города. И крендель является чудесным гастрономическим сувениром, который можно привезти, скушать, угостить, порадовать. Расскажите, пожалуйста, вот эту легенду, и почему вообще крендель стал символом Выборга? Ну, как гласит легенда, давным-давно на Выборг частенько нападали враги, всяческие войны, споры и сражения постоянно проводились за эту землю. И как-то раз враг подошел близко, осада города затянулась, люди стали понимать, что придется сдаваться, заканчивалась еда, помощи ждать неоткуда. И в это время серые братья-монахи, францисканцы, которые жили на территории города, в коллективной молитве складывают руки на груди, просят Господа о помощи, и после молитвы на землю сыпется манна небесная. Монахи эту манну собрали, отдали людям. Люди получают хлеб и силы. Ну а монахи в благодарность Господу за то, что их молитва услышана, выпекают хлебобулочные изделия, которые по форме напоминает сложные на груди руки. Вот так и получился крендель. Но я повторю, что это всего лишь красивая легенда. И никто не знает, сыпалась ли с неба мука или это сказка. Но, тем не менее, легенда живет в городе. Крендель стал символом Выборга. И на протяжении многих лет люди, которые живут на этой земле, выпекают крендели. Но со временем меняются, естественно, рецепты. Так что совсем недавно крендель стал гастрономическим брендом Ленинградской области. Так что вот он такой у нас, его величество крендель. А рецепт это тайна или все-таки можете поделиться хотя бы примерно? Ну, так как мы делаем очень много кренделей, конечно, какие-то рецепты мы храним в тайне, потому что это именно наши рецепты, которые мы по каким-то книгам, по каким-то источникам восстанавливаем, так как истинный рецепт, естественно, утерян, что бы ни говорили. Любой крендель – это прям восстановлено, максимально приближено к тому, что делали раньше. А какие-то крендели, есть рецепты в интернете, потому что нравятся они нашим гостям, и мы выкладываем свободный доступ. И, в принципе, те, кто приходит на мастер-класс, они могут дома попробовать его. Ну, это сдобное тесто или? Конкретно это песочное тесто. Аналог песочного даже нет, неправильно. Есть крендели сдобные, есть именно тверденькие, похожие на печеньку, есть дрожжевые, есть бездрожжевые, сладкие, соленые, то есть тут их огромное множество. Ну вот у вас тут очень много посыпок, да, это что? Посыпка – это, пожалуй, уже наше современное прочтение, если все-таки говорить о средних веках. Специи стоят безумно дорого, и мы очень сомневаемся, что кто-то бы стал все это засыпать какими-то посыпушками, возможно, только какие-то пряные травы, что-то, что совсем такое ходовое. Может быть, монахи знали какие-то секреты и места, где эти травы раздобыть. Вот. Но и так крендель ели, собственно, все-таки, наверное, таким вот. Более таким классическим, да? Да, без всяких вот посыпочек. Ну, а мы уже предлагаем нашим гостям на мастер-классах фантазировать, и они могут на свой вкус сделать и сладкий, и соленый, и как-то вот экспериментировать, добавлять что-то. Так что можем пожелать нашим зрителям, да, которые попадут в Выборг когда-нибудь, я надеюсь, обязательно попробовать крендель. Да, мы с удовольствием всех ждем у себя в гостях. И, знаете, наверное, не секрет, что Выборг был финским одно время. И вот путеводитель по Финляндии конца 19 века дает такое напутствие путешественникам. Побывать в Выборге и не отведать крендель так же грешно, как побывать в Риме и не увидеть папу.
Часовая башня – один из главных символов Выборга. Строение возвышается над основной частью старого города, видно буквально из любой точки. История башни очень богатая. Сначала она была колокольней собора, затем сторожевой и пожарной башней. Ну а сейчас это достопримечательность и любимая смотровая площадка туристов. Кстати говоря, часы, которые за моей спиной, им уже несколько веков, и бьют они до сих пор. В самом сердце Выборга можно увидеть не только красивую историческую архитектуру, но и необычный транспорт. Конечно, такой трамвай никуда не поедет, но зато там можно попить кофе. А автор этого арт-объекта и предприниматель, чья кофейня находится внутри, Александр Нестерович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вообще вам пришла идея поставить в центре города старый трамвай? И вообще это настоящий трамвай, да, или его как-то пришлось собирать из чего-то? Но трамвай новый, но сделан по старым чертежам, да, чертежам именно трамвайчика, который бегал по улочкам города там с 1912 по 1957 год. Соответственно, да, мыслей много, что нужно, да, в городе делать, там, развивать в том или ином направлении. И постоянно мы, ну, у нас есть консультативный совет при администрации города, где мы накидываем, грубо говоря, какие-то даже, может быть, самые фантастические идеи, и когда-то на будущее они там, может быть, реализуются. И вот одна из таких идей, лет, наверное, 8 назад, 9, появилась, это сделать Выборгский, ну, памятник Выборгскому трамваю. То есть так такие это действительно ходили здесь в начале 20 века? Да, 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 такие ходили именно. Здесь он стоит тоже не просто так, потому что здесь именно проходил маршрут его. Он спускался, шел от Выборгского замка, поднимался по улице Крепостной, спускался вниз. И здесь поворачивал и уже уходил непосредственно в сторону Выборгского вокзала и района Папула. Ну вот на трамвае есть, да, этот маршрут, который. А здесь в 2019 году была такая довольно-таки очень серьезная авария. Трамвай спускался по улице Крепостной, отказали тормоза, и на повороте, соответственно, он перевернулся и даже с летальным исходом, да, там некоторые пассажиры трамвая как бы, увы, скончались. Вот. И здесь, ну, долгое время на этом таком пятаке вообще, ну, ничего не было. И было принято, наверное, сюда его. Вот таким вот каким-то городским советом. А сейчас у вас трамвай вообще не ходит по городу, да? Его куда-то убрали? Нет, трамвая вообще нету. Только автобусы, только, да? Только автобусы. Ага. Ни троллейбусов, ни трамваев, увы, нету. Насколько популярен ваш объект, ваша кофейня? Приходят, фотографируются, пьют кофе, ой, что говорят? Приходят, фотографируются, дарят улыбку. Для меня это просто даже, может быть, какое-то место силы, да, организовалось. Я сам люблю прийти сюда, немножко, как скажем, подзарядиться, да, энергией, взять чашечку кофе, сесть на скамеечке, попить и себя немножко так окунуть в Европу, наверное, вот так вот я назову, да, потому что вот именно здесь сидя, слышишь там звон колоколов ближайших соборов там, и прям, ну, действительно по-европейски. Его полностью собирали из просто из листов железа, и проектировщики, которые проектируют, да, там огромные ледоколы, они взялись за вот этот такой проект. Я тоже приезжал на протяжении полутора лет каждый день на Выборгский судостроительный завод. И в больших доках, где там, ну, действительно ледоколы, в уголке такой маленький-маленький трамвайчик собирали. Эти все, ну, если вам интересно, могу, да, показать эти все фотографии, как это все происходило. А вот сейчас оператор нам поможет показать. Я не знаю, видно, не видно будет, да, как из листы, да? Да, вот перевернутая боковая часть. Это выточенные колесные пары. Соответственно, вот он уже начинает потихоньку преображаться. И он у вас уже здесь сколько лет стоит? Мы его ставили 3 августа 2018 года на годовщину 90 лет Ленинградской области. Ну и такой вопрос. Мы туристы. О, кстати,
Звон колоколов слышно. Мы туристы, а туристы всегда любят всякие приметы и что-то потереть на удачу. Я вижу, что ваш постовой тоже периодически терпит. Что труд, зачем? Ну, на удачу, да, чтобы вернуться в город, труд пуговицу на кителе вагоновожатого. Ну, кто-то еще придумал историю тереть ему нос. Вообще, на самом деле, изначально была история, терли нос мальчику, безбилетнику на задней сцепке. Вот. А вот здесь тоже у него все стерто. Ну, это уже посредством того, что все хотят приобнять, сфотографироваться. А конфеты кто его подкармливает? Еще и денежков дает немножко. Это тоже какая-то примета? Ну, видно, что она организовала. Сейчас, скажи, сегодня первый раз это заметил. То есть туристы сами придумывают уже, да? Кто что вкладывает, какие-то тайные смыслы. Спасибо вам большое. На здоровье. Приезжайте к нам в гости. Всегда рады.